Это духовная поддержка, это поддержка через передачу тех эмоций, которые вот художники Донбасса хотят донести до каждого нашего бойца, который сейчас защищает Родину. Обязательно организуем посещение и нашими ветеранами СВО, и членами их семей. Донбасс, он близко к нам по духу. Поэтому прийти, посмотреть, посочувствовать. Но там очень тяжело людям.